Юлия, скажи мне, почему за все время пребывания в замке я ни разу не видел человека в доспехах? Не был слышен звон мечей. Неужели рыцари совсем кончились? Ну что ты, конечно же они есть. Просто сейчас они немного другие. Их стало гораздо меньше. Но наши барышни ничего им не уступают. И за себя постоять смогут, и за мужчину, если понадобится. Встречаем под громкие аплодисменты. Высшая школа физической культуры и спорта. Настоящие леди и джентльмены находятся в стенах нашего университета. Дорогие гости, леди и джентльмены, дамы и господа, здравствуйте. В кинотеатрах страны не бывал ажиотаж. Сегодня, 13 марта, выходит ожидаемый фильм России под названием «Падали, но поднимались». Фильм был снят в непрофессиональной студии. Актерами участвовали студенты Высшей школы физической культуры и спорта. После своего рождения фильм еще не был номинирован. Итак, дорогие зрители, пристегните ремни. Фильм «Эпоха», фильм «Сенсация». Мы обещаем, вы удивитесь всему, что будет происходить на этой сцене. Челябинск, 2018 год. Падали, но поднимались. Приятного просмотра. В современном мире огромную роль в фильме играет музыкальная подборка. Саш, а ты тоже после каждого фильма ищешь понравившуюся песню? Конечно. И я думаю, что после исполнения Татьяны Мачулис песни «Герои спорта» мой плейлист пополнится. Встречаем Татьяну. Надо жить на свете ярко.